В руках Инны Павловой многометровые куски металлических проводов превращаются в элементы кровеносной системы космических, исследовательских и грузовых аппаратов. Моя работа связана с паяльником. Мы паяем разные электрические соединители. Паяю, да, электрические провода, собираю их в цепь. У нас получается готовый кабель, который непосредственно потом прокладывается на самом спутнике. В свои 27 монтажница электрооборудования космических летательных аппаратов успела зарекомендовать себя и как сборщик истребителей в корпорации МИГ, и поработать над техникой на химкинских предприятиях «Искра» и «Факел». Работая сегодня в МПО Лавочкина, Инна Павлова признается, что чувствует максимальное удовлетворение от своей работы. Я получаю от этого, на самом деле, очень колоссальное удовольствие, при этом вдохновление, и вырабатывается, ну, ответственность, потому что ты понимаешь, что несешь ответственность за жизнь спутника и, ну, самих же людей, которые в дальнейшем летят в космос. О том, что Инна Павлова выбрала правильный карьерный путь, говорит и ее успех на профессиональных конкурсах. Девушка завоевала первые места на внутризаводском и всероссийском конкурсах профмастерства, а также стала обладателем золота в составе команды на международном чемпионате высокотехнологичных профессий. Проделывать кропотливую работу, требующую особого внимания, Инне Павловой помогают навыки, выработанные еще в детстве. В жизни я очень активный человек, поэтому я это компенсировала. В детстве я занималась очень достаточно долго кройки шитья и вязанием, и только чем не занималась. И мне нравится работа руками, потому что, ну, моя работа достаточно глубокая, трудоемкая, мелкая. И вот эта вот моторика, она, ну, вырабатывает в человеке ответственность. Несмотря на скрупулезность, требующая особой внимательности, работа химчанку не утомляет и даже наоборот, позволяет совмещать много дел. Я бы не сказала то, что устаю сильно, потому что работа мне по душе. Во-вторых, я занимаюсь на работе в обеденный перерыв, играю в теннис настольный, осваиваю навыки. А дома меня ждет как бы любящий супруг, и, ну, я мама первоклассницы, мы с ней ходим на тренировки, учим уроки. В общем, у нас достаточно, ну, разнообразная жизнь. Впереди новые цели, новые победы на профессиональном поприще. Но уже сегодня Инну Павлову согревают мысли, что каждый ее шаг в жизни был верным. Что она состоялась и как профессионал, и как супруга, и как мама. Предназначение женщины, я считаю, то, что, наверное, в гармонии в первую очередь. Во вторую, то, что нужно состояться как личность. Когда ты состоишься как личность, и тебе будут другие сферы твоей жизнедеятельности подаваться как бы более легко. Я, безусловно, конечно, счастлива. У меня есть все, у меня есть работа, у меня есть крыша над головой, у меня семья. Планов на будущее, конечно, ну, всегда очень много. Это в первую очередь развиваться, узнавать что-то новое. Я люблю много нового, интересного, впитывать что-то, узнавать, куда-то двигаться, расти дальше и не останавливаться. И, конечно, с ребенком продолжать учиться. Я заново, грубо говоря, тоже учусь, узнаю тоже много чего нового из этого и потихонечку. Растем, развиваемся.